Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. А наш 13-й виноградный сезон, который, к сожалению, начался не очень хорошо. Ну и в принципе, наверное, по крайней мере, по Беларуси найдется не так много виноградарей, которые не пострадали от весенних заморозков, и даже правильнее назвать это весенними морозами. Очень много поступает вопросов, померзла лоза, померзли побеги, что с этим делать. И вот сегодня мы поговорим о том, как понять, что оно померзло, потому что такие вопросы тоже задают, и что с этим делать. Ну а в следующем видео я покажу, что у нас на виноградниках, да, с каким результатом мы вышли из этих катаклизмов. Еще видите, вот часть у нас накрыто, еще одна ночь у нас такая пограничная впереди, поэтому мы не спешим открываться, но поскольку вопросов много, да, то я решила уже показать некоторые повреждения и ответить на вопросы, что с этим всем делать. Первый вопрос, как понять, повреждено либо не повреждено. В зависимости от степени развития почек, да, от степени их роста, ну, это становится более или менее очевидным. Ну, здесь все четко видно, да, вот оно. Оно все сухое, и даже любой не специалист это увидит. Вот с такими маленькими почечками, конечно, сложнее, потому что, в принципе, они могут иметь такой коричневатый цвет. Как понять, можно ее потрогать. Вот это, кстати, скорее всего, живая. Вот это, ну, вот это погранично. Смотрим. Так, вот эту. Вот это, кстати, тоже может быть живо. Вот это, вот она мягенькая. Вот почечки становятся мягенькие. Ну, вот это тоже она погранично. А вот здесь вот, вот, вот она мягенькая такая. То есть живая почка, она будет упругая. А вот такая поврежденная, она будет мягкая. Я уже накрыла все обратно. И хотела сказать это чуть позже, когда мы будем разговаривать о том, что нужно делать после заморозков. Но, пожалуй, скажу сейчас. Не спешите бежать сразу все ваши почки прощупывать. Наберитесь терпения. Ну и через несколько минут мы поговорим о наших действиях. Смотрите, здесь уже повреждение на больших побегах, кстати, да, видим. Сейчас я отойду подальше. Более подробно про то, вообще, как все повреждается, мы еще поговорим в следующем видео. Но все-таки хотела бы обратить внимание. Посмотрите, где смерзло. Вот, по центру куста. Вот. Интересно так получается. То есть не на краешке, да, вот с этой стороны, казалось бы, но здесь же меньше должно продуваться, но тем не менее вот как-то интересно так получается. Ну вот такую же легко понять, да? Тут явно очевидно повреждение, а здесь смотрите, как тоже интересно, немножко листики повредились, хотя вот есть вопрос, вот точка роста, да? Смотрите, здесь вот вроде бы все живое. Да, а вот с точкой роста не совсем понятно. И тоже несколько было таких вопросов, комментариев, что у нас мороза не было, а вот листики на винограде почернели. Был мороз. Опять же, завтра подробно, но вот в этом сезоне такой мороз был интересный, что как бы не все его заметили. Но он был. И вот такие повреждения. Все, если мы такую картинку видим, это мороз и ничто другое. А теперь самый главный вопрос. Что с этим всем делать? Первое, не расстраиваться. Даже если у вас повреждения не такие, а полностью померзли все побеги. Виноград уникальное растение. Оно имеет потрясающую способность восстанавливаться. И более того, многие сорта могут
плодоносить из замещающих почек. Да, у нас будет смещение сроков, да, у нас урожай будет меньше, но тем не менее он может быть. Поэтому не расстраиваемся. Да, больно, да, неприятно, да, очень жалко своих трудов. Но пока делать какие-то выводы рано. Так что вот это самый первый, самый важный совет. Хуже садоводам. Вот те, у кого померзли вишни, черешни, вот абрикосы, персики, да, что-то такое, вот им сложнее. Потому что все, урожай потерян полностью. С виноградом все еще под вопросом. Дальше, что делаем? Наш совет, набираемся терпения и пока что не делаем ничего. Если у вас вот такие вот маленькие почечки, ну здесь, конечно, уже четко видно, что она обмерзла, но вот в предыдущем случае я показывала, да, можно там щупать, что мягкая она или не мягкая. Ну не надо общупывать каждую почку. Не трепите себе нервы. Подождите недельку-две, оно все покажет. Может быть такое воздействие, что вот верхние чешуйки, они немножко цепанули мороз, но точка роста, вот я на большом побеге показывала, что это такое, она может сохраниться. И оно потом пойдет, первые листики раскроются, такие уродики, а потом все будет нормально. Поэтому ну, не спешите. Не надо вот общупать, а оставьте как есть и немножко подождите. Неделя-две, сейчас придет тепло, уже вот дневные температуры становятся такие хорошие, приятные. У нас последняя ночь холодная, дальше вроде бы все хорошо, поэтому очень скоро все покажет. Когда вот такие вот большие побеги повреждены, есть рекомендация их выламывать. Мы бы не советовали это делать. Опять же, на рост, на развитие они особо не влияют, ну где-то может быть тоже там остался какой-то пасынок, будет какая-то точка роста, и этот побег пойдет расти, да, пойдет развиваться. Почему нам это нужно? Понимаете, когда куст обмерзает, особенно если у нас не было большого запаса почек, он ведь готовился там, к урожаю, да, к определенной нагрузке. А когда все померзло, нагрузка получается меньше. И с чем мы можем столкнуться в сезоне, это с жированием кустов. Жирование – это плохое вызревание лозы, это плохая зимовка, ну и бег по кругу. Поэтому не спешим. Опять же, неделя-две, все покажет, тогда уже будем думать, смотреть, что нам с этой всей красотой делать дальше. Конечно, тем, кто оставляет большой запас почек, будем разговаривать как-нибудь в ближайшее время про усиленное плодовое звено, да, про то, что это такое, для чего это нужно. Вот там таких проблем особо не будет. А вот если мало, то да, может быть, но опять же я хочу, чтобы меня услышали. Все решаемо. Не надо сейчас вот там рвать волосы на голове и думать, как все плохо. Все решаем. А также предполагаю, что у многих возникнет вопрос, можно ли, нужно ли чем-то кусты сейчас подкормить. И особенно всякие вот эти вот вещи, стимуляторы роста, типа эпин, циркон, экосил и же с ними. Нужно ли их использовать. Значит, что касается подкормок, особенно азотных, вот с этим аккуратно, потому что, повторюсь, нам не надо, чтобы куст жировал. Нам в этом сезоне надо будет четко работать с нагрузкой. А касаемо стимуляторов, значит, смотрите, если вот куст в таком состоянии, как вот этот, что у нас есть? И повреждения, и есть зеленые листики. Тогда это имеет смысл. Наверное, имеет смысл. Сейчас объясню, почему. Все эти вещества, то есть им надо зеленая масса, чтобы куда-то проникнуть. Если у нас все вот такое, то ну, смысл. Нечему впитать вот эти стимулирующие вещества. Честно говоря, я скептически отношусь ко всем этим вот косилам и прочее. Да, мы когда-то тоже их использовали, но честно скажу, что я не увидела какой-то вот такой результативности.
Также вот дома саженцы, которые с эдемой, они подгорели немножко листики на солнышке. Несколько раз я цирконом обрабатывала, ничего не увидела, чтобы там пошел какой-то бурный рост, они сразу забуяли, нет. Поэтому я отношусь скептически. Но это наше мнение, да, это наш опыт. Если у вас опыт другой, вы видели положительный результат, вы считаете, что это нужно, да, вполне это можно сделать. Но повторюсь, что там вот где есть зеленые побеги, причем, ну, хотя бы на таком уровне. Если там чуть-чуть только зеленые почечки, то смысла в этом тоже нет, потому что впитывающей поверхности крайне-крайне мало. А что еще мы можем делать? Не раскрывать наш виноградник, если он у нас был накрыт укрытием, которое позволяет проникать солнцу, позволяет нормально проникать воздуху, то можно пока не раскрывать. Вот когда мы разговаривали про разгон виноградника, вот сейчас в этом есть смысл. Раньше, вот до морозов, в этом смысла не было вообще никакого. А сейчас есть. Особенно если повреждения сильные, нам надо, чтобы проснулись замещающие почки, и мы можем вот дать дополнительное тепло при помощи каких-то там укрытий. Да, обычно у многих это спанбонд. Вот пусть он будет. Можете там недельку-другую подержать, это абсолютно не будет лишним. Даже вот это наше укрытие, оно сейчас в теплый день начинает работать как разгон. И даже показываю реальный пример. Смотрите, у нас все вот это вот укрыто было, ну, наверное, дней 10. Плюс-минус. Потому что опасность заморозков, она была на достаточно длительном протяжении времени. Ну, и так получилось вот почему-то, что вот одна плодовая стрелка у нас не укрыта, а вторая укрыта. Ну, почему так укрыли, не знаю. Потому что, смотрите, вот здесь, вот та, которая открыта, которую мы видим, она еще спит. И даже вчера, когда я смотрела, думала, что, может быть, ну, плохо вызрела, да, плохо перезимовала, ковырнула почку, почка зеленая, здесь все хорошо. Просто все это еще находится еще в спящем состоянии. А вот я открыла вторую сторону. Видите? Вот какие почки уже попросыпались. Специально встану, чтобы вы видели, вот раз, два. То есть сейчас, вот в теплый день, наше укрытие работает в том числе как и накопитель, аккумулятор тепла. Поэтому, если вам удобно, если вам комфортно, если ваше укрытие, оно там не пленочное, да, которое может запарить, или там его не надо проветривать, то можно, особенно если повреждения сильные, если вот все на лозе погибло, можно оставить под укрытием, чтобы стимулировать развитие запасных почек. Если это тот случай, как я вам показывала, когда и так хорошо развитые побеги на кусте, да, там парочку подмерзла, мы будем снимать. Мы будем снимать. Опять же, если вы считаете нужным еще на некоторое время оставить под укрытием, и опять же, ваше укрытие это позволяет, оно пропускает свет, оно пропускает воздух, то, пожалуйста, можно оставить. То же самое касается малышей. Если посадили саженцы, они пошли в рост, обмерзли, на них вообще бутылки поставили, и все. Есть дополнительное тепло, соответственно, они быстрее начнут развиваться. И что еще можно сейчас сделать, это полить. Но в случае, если у вас сухая почва, если не было дождей, не было паводков, потому что в этом году по нашей стране очень многих было затопление и подтопление виноградников. Поэтому какой там полив, да, там хорошо, если чуть-чуть оно подсохло. Но, например, вот мы на горочке, у нас, да, земля еще держит влагу, но полив не помешает. Второй участок тем более, там ПГС, там все как сквозь сито проходит, там полив нужен. Так что
при необходимости вот это можно сделать. А остальные наши действия минимальные. Первое, не переживаем, надеемся на лучшее. Второе, набираемся терпения, ждем недельки, две, смотрим, как развивается. Ну, третье, вот можно оставить укрытие, если условия я вам огласила. Ну а дальше мы будем работать на протяжении всего сезона, да, мы будем наблюдать, как наши кусты развиваются, и в зависимости от этого принимать те или иные решения. Все это я вам буду показывать, все это я вам буду рассказывать. И еще, что хорошо сделать в этом сезоне, что важно сделать в этом сезоне, это пометки. Блокнотик, заметки в телефоне, да, любое то, что вам удобно, помечайте по вашим лозам. Вот уникальная возможность на самом деле провести определенное наблюдение. Во-первых, можно посмотреть, как какие сорта, кто померз, кто не померз, потому что в этом действительно есть разница. В следующем видео увидите, покажу и расскажу о наших, скажем так, лидерах по выживаемости. Дальше, что мы можем увидеть, это какие сорта будут плодоносить из замещающих почек. Кто более склонен к жированию, кто менее склонен к жированию. То есть вот сейчас у нас уникальная возможность все это понаблюдать. И эти вещи нам, ну, могут очень сильно помочь в нашем дальнейшем труде на виноградниках. Ну и, конечно, давайте держать позитивный настрой и надеяться, что дальше уже все у нас пойдет хорошо. А также через пару дней, ну, мне надо время, чтобы раскрыться, да, чтобы съездить на второй участок, снять там видео, потом это все смонтировать, а тут впереди выходные, тут еще много-много всяких работ, но в ближайшее время, конечно же, будет ролик по тому, какие у нас повреждения, да, и какие сорта лучше всего это пережили. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление будет осенью. Наши контакты. И до новых встреч!